А знаете ли вы о квартете со сладким названием «Джелато»? В Торонтовском, кстати, квартете. Мы, к стыду позору, не слышали, не знали, доколе не были приглашены на концерт одним из квартетчиков, лауреатом международных конкурсов, аккордеонистом-баянистом Александром Севастьяном. В маленьком городишке Винланд близ Ниагары, даром что маленький, концертный зал обычной школы вмещал приблизительно 1000 человек и доверху был заполнен англоязычной публикой. Такого посещения кого-либо когда-либо из артистов русской улицы я не припомню. И было чего прийти нам в искренний восторг, потому что «Джелато» – квартет виртуозов. Скрипка, гобой, аккордеон и виолончель. Удивительная музыкальная гибкость. Играют маскани из сельской чести, пасакалью Генделя, румынскую хору, бессаме мучо, медитанго. Мультиинструменталисты. Гобоист Колин Мейер, работавший в цирке Дю Солей, играет аж на 14 инструментах и гобоем имитирует волынку. К тому же музыканты все веселые хохмачи. Квартету 25 лет, объездил весь свет. Конечно, музыканты приходят и уходят, но дело остается. Руководитель, скрипач-виртуоз и тенор, бывший солист Торонтовского симфонического оркестра Петер де Сотто. Откуда такое сладкое итальянское джелато? Почему именно джелато? Джелато, потому что у нас также много разнообразных вкусов, как видов джелато. По-итальянски – мороженое. Кто не работает, тот не ест. Мы берем материал отовсюду. Из джаза, оперы, фольклора разных стран, что делает нас открытыми всему миру. To be a great musician, I feel that you have to be just open to everything. Пригласивший нас Александр Севастьян окончил Академию Гнесиных, с правом заслужил титул виртуоза. В этом коллективе Питер меня пригласил, 13 лет будет. Мы с ним объездили всю Америку по много раз. Мы были с ним в Японии, в Корее. Вот скоро мы летим на Багамы. И потом, кстати, мы скоро летим в Россию на «Матушку Волгу» выступать. Мы в Самаре будем играть 5 концертов в мае этим коллективом. У меня друг там возглавляет баянный фестиваль, он сам солист «Баян Микс», есть такая группа. Вот он нас уже второй раз приглашает. С квартетом выступает также и его жена, вокалистка-народница с голосом под небеса Анна Будённая. Главный мой учитель – это моя мама. Ага. Моя мама была солисткой Пятницкого хора. Да. Это государственный экономический русский народный хор, который базируется в Москве. Так получилось, что я с ней занималась 11 лет, и это, так сказать, стало моей второй профессией, грубо говоря. Да. Поэтому вот я стараюсь нести культуру, русскую культуру людям, в массы в том числе и в Канаде. Поет никогда не стареющий русский фольклор и те родные наши песни, как «Калинка» в изящной обработке квартета, ставшие как фольклор. Вот вам и джелато.